Целый список коммунальных проблем озвучили жильцы домов улиц Омская и Шевелевская. Самое главное из них – отсутствие пешеходного перехода поблизости. Дети каждое утро, по словам местных жителей, отправляются навстречу опасным приключениям – в школу вдоль проезжей части. Тротуаров здесь тоже нет. У моста сделан переход, и вон там, где магазин стоит. Так, школа и садик у нас же вот здесь вот рядом, сразу через дорогу. Ну, мы стоим, ждем просто, что когда машина нас пропустит, допустим, или... что машина прошла, и пробегаем туда с ребенком. А что делать? Коммунальный талмуд продолжился отсутствием парковок, детских площадок и светофора на оживленном перекрестке. Здесь вот мы благоустроили, сами себе сделали, сами для своих внуков. И все. А там вот вы посмотрите, там что на деревьях дети играют. Это разве дело? Ноги ломают, руки ломают. Мы живем на углу Омская-Шевелевская. У нас очень часто происходят аварии. Даже несколько лет назад была авария, к нам прям в дом врезался. Мы сейчас сделали шлагбаум, сами сделали, потому что уже невыносимо. У нас здесь, во-первых, машины стоят постоянно. В администрации города нам ответили, что данные дома ни в одной программе по благоустройству и ремонту дорог не участвуют. Собственникам этих квартир необходимо проявить инициативу. К слову, большинство из них – пенсионеры. И подать заявление на участие. А вот светофор на горе-перекрестке Шевелевская-Петропавловская все же появится в 2020 году. Ольга Медведева, Павел Баев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».